Нужно отметить, что стоимость одной бутылки была весьма привлекательна – всего 90 рублей за пол-литра. Несложно предположить, что торговля алкоголем шла достаточно бойко. Полицейскими было изъято 54 литра водки казахского производства. В настоящее время сотрудниками полиции собран материал и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А изъятая партия алкоголя направлена на экспертизу. Сами предприниматели объяснили свой незаконный приработок финансовыми трудностями. С какой целью продаете в Казахстане? Да, не хватает, девушка, аренда слишком дорогая. Да? Да. Ну а почему бы не заняться? А мы не официально? А? Официально почему? Официально разрешение не дают. Ну как? Ну, лицензию, вот так, получается. 200 тысяч просят.